Добрый день, дорогие любители фиалок. Сегодня открылась выставка Фиалкиной Пятницкой группы «Московские коллекционеры». Заканчивается 4 октября. Время чудесное, погода так себе, поэтому чудесно можно провести время в магазине «Дом фиалки». Мы для вас подготовили самую разнообразную коллекцию самых разнообразных растений. Конечно же, на первом месте фиалки. И поскольку эта выставка посвящена достижениям современной селекции, мы постарались по максимуму принести новинки. Те растения, которые вот первый раз, второй раз всего выставляются в Доме фиалки. И есть возможность пополнить коллекции суперновинками. Селекции Коршуновой, Пугачевой, Скорняковой, Вальковой, Даниловой, Суворовой и других современных селекционеров. Участником выставки является селекционер Галина Лазаренко и Карпова Марина. Особенно много всегда новинок предлагает Галина Лазаренко. В рамках этой выставки мы также постарались усилить как бы ноту других интересных растений. На днях свою коллекцию представит Антонина Денисенкова, руководитель клуба любителей растений города Москва. А сейчас это очень интересное и очень неожиданное растение из коллекций Тюриной, Плесер, Мелехина, Нестеровой, Данилиной, Лазаренко, Галицкой. Мы хотим вас удивить, мы хотим вас порадовать, мы хотим вам предложить максимальное разнообразие комнатных растений, которые украсят вашу жизнь и добавят и в душу, и в темы разговоров, и в мысли, как бы, да, вот познание нового и знакомство с новым. Приглашаю, приходите к нам, вам будет интересно. Не забудьте маску.